Привитос, амигос, снова вы, снова я, и эта игра 30 лет черного рабства. Нет, на самом деле это игра Division, ключ, который мне дал Евгений Стахович. Не ключ, вернее, а аккаунт предоставил, чтобы я смог погонять в бетку или что это такое, не знаю. У игры нету... боже мой, господи, нет. Снова мужики, о боже, господи, что, блять? В результате войны будущего выжили одни уроды, что ли? Пиздец. Вот, нету в игре английского языка. Ёпта, русского языка нету, вернее, короче. И это значит, что я сразу выпал из числа потенциальных покупателей, потому что я никогда не буду голосовать рулем за дискриминацию всего СНГ-пространства. Ну, потому что на русском все-таки не только в России разговаривают, а достаточно большое количество стран и народов. И не делать в игре даже... Причем это Ubisoft, который всегда делал переводы, а теперь решил не делать. То есть, и это какая-то дискриминация, то есть поделили на геймеров первого и третьего сорта, мы даже не вторым, и третий, потому что, ну, второго сорта это когда не делают озвучку, третьего сорта это когда даже субтитры не переводят, сосите типа ногу, блядь, слушайте, учите, и учите English. Вот, я, конечно, три косаря не буду никогда отваливать за игру, в которой, блядь, нету, даже когда нахуй деньги лишние будут, я все равно, блядь, не буду платить за игру, где нет никакого перевода, пусть, если хотят, сука, чтобы... получать прибыль прибыль с нашей территории, пусть нахуй поработают, пусть попереводят. Агент Бифи 1779. Ладно, придется играть этим уродом. Походу гибких настроек ебальника тут нету, может попозже завезут. Вот эта тёлка еще лучше настроила себе вообще одноглазую внешность. Я не знаю, насколько сложна эта игра в освоении для при том условии, что английский язык я знаю на уровне и pencil, и table. Это как, блядь, я смотрю на них, это как, сука, в сказке битый небитого везет, блядь. Тетки полуебальника разворотила, она реанимирует чувака, на котором ни царапинки нету. Том Клэнси, Division. Том Клэнси уже отметился одной игрой в этом году, это Rainbow Six. И это по-прежнему Ubisoft, люто мною ненавидимый, просто за свои конвейерные высеры. Я смотрел скриншоты насчет графики этой игры, когда поднялся Вайн, что графу порезали из-за консолей. И мне насрать на графу, но я заметил, что интерфейс в игре такой, что как будто я продолжаю играть Watch Dogs, а не в какую-то навехонькую их мемошку. Отлично сейчас показали текстуру пола, даже на газете ни одной надписи разглядеть не получилось. Пока что у меня 60 FPS, моя видеокарта 7970 находится в рекомендованных требованиях, но... Я хотел сказать, что на моей видяхе еще и запись в такой же степени, ёб твою мать. А как-нибудь тут можно тихо ходить? Чтоб по атмосфере как бы... Нет? Сейчас поздно ночью, говорили, что как бы сервера... Вроде как забиты. Я специально подождал, чтобы... Ну, не то, что подождал, просто стрим был. А потом я игру скачивал. Где тут, блядь, настройки хоть какие-нибудь? Вот. И теперь сейчас, по крайней мере, я зашел сразу же в игру. Не ждал никакого коннекта. Может, он еще где-то впереди будет, но... А им прицел надо тоже, наверное, уменьшить. Пробел это принять, а на Enter типа не принять, да? Ну, вот так более-менее. Хотя все равно чувствительность такая, как будто это, ну, не сетевой шутер. В сетевом шутере чувствительность... Ну, это, знаете, такая разница, как между Counter-Strike и каким-нибудь там Far Cry.
То есть чувствительность, как бы, она своеобразная. Там и там в одной игре она для того, чтобы стрелять по людям, а в другой игре она, чтобы стрелять по ботам, в которых есть время прицелиться. Ну, трудно объяснить, короче, но у меня никогда не получалось настроить в каком-нибудь шутере чувствительность таким образом, чтобы было ощущение такое, как будто я играю в Counter-Strike. Ну, сюжет игры, я думаю, все и так знают. Недалекое какое-то будущее, что-то тут случилось, какая-то биологическая хуидристика. Конечно, я вам скажу, что не то, что тут графодрочер, но, блять, вот эти текстуры белого всего, это как будто я в Mirror's Edge играю. Если на одежде главного героя какие-то ворсинки еще видны более-менее, да, то все остальное в этой игре как будто вторичная детальность графики. Ну, вторичная, то есть задний объект какие-то, которые не нуждаются в офигенной отрисовке. Это, я так понимаю, мой брат-близнец, познакомьтесь. Скдхендо. Так бывает, когда в игру завозят очень мало приличных лиц. Все выбирают одно, которое более-менее симпотное. Чё тут продают-то хоть? Броники. И чё это стоит? Это продается в дублонах каких-то, Д зачеркнутые, да? У меня денег сколько? У меня денег вообще ноль, я, сука, нищ. Мадам, Дженима Шпаун Сизжур. Как говорил Киса Воробьянинов. Подайте бывшему лидеру какой-то там Государственной Думы или что-то такое. Find agents, найти агентов. Ладно, я пока не хочу ударяться ни в какие квесты, я бы, честно говоря, вообще просто побегал, посмотрел на этот мир. Ну, довольно так неплохо здесь, учитывая, что это ММОшка, хотя я спал и видел играть в очередное ММО. Как-то у меня нету вдохновения. Когда я... Первое, с чем у меня ассоциируется массовое, ебать, листик ветром пролетел сквозь машину. Охуительно. Я ебал. 2016 год. Ubisoft, вы чё, охуели, что ли, совсем? Газеты тонут в асфальте. Такое ощущение, что игру делали гайджины. У них тоже там в War Thunder деревья споваленные начинают медленно тонуть в текстурах. Непонятно, зачем это сделано. Видимо, для охуительного реализма. У них же в игре реализм. Все фанаты мне твердят, что у них-то, блядь, реальность вообще. Сбитый фонарный столб тонет медленно в асфальте. Я прям вот... Недавно у нас ураган был, я такую же хуйню видел. Бедный фонарный столб засасывало в асфальт, и мы ничего не могли поделать, мы не могли его помочь. Вот, первое, с чем мне ассоциируется ММО, да, я расстроился, что Тарков и ММОшка, я думал, что это продолжение стиля Сталкера. Потому что первое, с чем у меня ассоциируется подобная информация, это с отсутствием сюжета полностью. То есть ты не пройдешь интересную игру, ты будешь до охуения задрачивать, блять, в соревновательное говно. И... Это меня расстраивает. Просто ресурсы затрачены. Вот казалось бы, да, вот представьте на секунду, что это не ММОшка начинается, где вы сейчас будете бегать просто и стрелять по всяким опёздалам, сражаясь за какие-то ящики. А что это начинается какая-то очередная игра про зомби-апокалипсис или какая-нибудь такая тема типа Last of Us. Вот. Вы представьте, что было бы, если бы Last of Us был ММОшкой. Вот, понимаете, да, что, ну, пропал бы шикарный сюжет. А здесь его даже не завезли. Никакого сюжета. Охуительно, смотрите, заснеженные листья. Пробегаем сквозь кустик. И листья немножко стряхиваются от снега, как я понимаю. Вернее, просто анимация падения снега есть, но листья как бы... Ну, куст немножко более зеленый становится. Вот, смотрите, какой белый херак. И он позеленел, да, это круто. Я думаю, что здесь где-нибудь будут такие уровни, где по снежным кустам можно будет вычислить, где прошел человек. Не понимаю, почему эти трупы не закапывают. Ну, хотя, в принципе, зима, не прокиснут, пусть полежат. Ну, тут прям такие братские могилы, как будто это, блядь, блокадный Ленинград. Хотя там не было таких мешочков. Там все было... Ой, поскромнее.
Да, ну вот этот сгоревший грузовик, честно говоря, даже на взгляд человека, который в графике разбирается и в половину не так пиздат, как в Аномас, да, в принципе, ну я считаю, что игра выглядит годно, но вот этот грузовик обгоревший, он выглядит просто как говно какое-то, не знаю. Ну, текстура пожара здесь, это просто. Вот где-то шелушится какая-то краска обгорела, но в основном нет. Нахуй ты его плечами подпираешь, ты открой, посмотри, что там есть. Цера. Интересно, почему один, только один из этих грузовиков обгорел. Я так понимаю, вот эта желтая линия, это маршрут, куда мне надо идти. Шестнадцатый год, сука, твою мать, Ubisoft. На стеклах не оставляя, не остается дырочек. А, после третьей дырки появляются, что ли? Охуительно вообще. Колеса не прострелить. Ну-ка. А в этой стекле остаются. Ну, это вообще-то нормальное явление, потому что я показывал, как в Watch Dogs нашел магазин, где если стреляешь с улицы, стекла бьются. Если стреляешь изнутри, стекла бронированы. Шедевр. Да, сказал бы мне кто-нибудь пару лет назад, что мамошки будут вот такие. В принципе, дух... Не то, что дух захватывает, но... Это можно сказать, что это поразительно. Чего ей дать? Посмотрите, она выздоровела. Это чудо исцеления. Она научилась бегать. То есть мир населен NPC-шками какими-то все-таки, да? Он не только состоит из бойцов. А тут можно сесть в тачку? В хуячку. Как тут ездить-то, блин? У нас тут... Все, вечная пробка. Тупое животное. Как я где-то слышал, человек отличается от животных тем, что он знает, что смертен. Он понимает. Эй, животные! Нет, это все-таки люди. Я добыл покушать. Братишки, я покушать принес, идите обратно. А, вы, наверное, любите крысу фрикасе, блядь. Пожалуйста, жить. А это что? Они убили какого-то нашего чувака, что ли? Ну, понятно, что. О, бечевки дерутся, смотрите. О боже, это зомби, мне кажется, смотрите, его шатает. Точно зомби. Надо выстрелить ему в голову. Понятно. Людей валить нельзя. Можно завалить каких-то двух ниггеров, разве что. Они выдерживают нереальное попадание, количество попаданий в башку, потому что пуля никак не может задеть мозги, которых там у них нету в голове. Понятно теперь, почему в тупака столько пуль всадили. Они ж просто пиздец бессмертные. Да, я готов такую хуйню Fallout'у прощать, да, потому что там... Ну, испокон веков так повелось, что люди выдерживают очередь из автомата в башку. Но, блядь, здесь-то с какого хрена? Не очень понимаю. Наверное, также негодуют игроки из War Thunder, когда видят жизни над танками, но видеть полоску здоровья над людьми, которые не убиваются выстрелом в голову, это, блядь, борода другого уровня совершенно. Как бы вопрос не реализма, а вопрос, блядь, анонизма, нахуй. Сколько у меня автоматов висит в одном месте? МП-5. Я проебал уже винтовку. Ага, вот он. Да, это дикий шутинг просто.
38 FPS, 46. Я даже не знаю, за что мы расстреливаем этих бичей. Take all. Я залутал их кроссовки, наверное. Не знаю, что с них еще можно взять. Теперь мне надо идти обратно. Вообще шедевр. Да. Я просто вообще не въебу, что происходит здесь. Пиздец, в натуре обратно дойти. Эта игра просто супер. Я душу мотал. Однажды я просто задумался над тем, что РПГ состоит из того, что ты идешь сначала в одну сторону, делаешь там что-то, а потом ты долго-долго пиздуешь обратно. Чтобы насчет этого отчитаться, и это убийство времени. И в этот момент я разлюбил РПГ игры. Это было просто резко. Это происходит примерно, когда вам исполняется лет 26-25. Вы понимаете, что время жизни у вас не бесконечное, к сожалению. И тратить ее на всякую хуидристику вы не можете. Не очень понял, что он взорвался. Наверное, у него бомбануло внезапно. Они пытались бомжа обобрать, что ли? Ну, надеюсь, у них барыш был что надо. Да, замочек не отстрелить из пистолета. Да. В принципе, о какой атмосферности может идти базар, если ты ММОшка? Здесь надо быть резким, как понос, блядь, и хитрым, как у лиса. Сука, гибким, как удав и так далее. Здесь нахуй никакая атмосферность никому не нужна. Переключу-ка я на режим очень беглого огня. И сдохну нахуй. В перестрелке с двумя нигерами. Нигеры меня победили. Из лагеря можно рестартнуться. Ну, здесь можно, конечно, блин, воевать из укрытий, что-то, ну, блядь. Вступать в перестрелку с людьми, которые не убиваются в голову с одного выстрела, мне уже неохота, понимаете, что это, блядь. Теперь понятно, как они реализовали шутинговое ММО, да? С битвами за всякие сундучки. Чтобы там не сидели за поворотом и не ждали, короче, они сделали людей бессмертными к попаданию в голову. Как бы невосприимчивыми. Да, проходит какой-то крит, но ты не умираешь. То есть ты можешь несколько плюхов в башку пропустить. То есть ты первый пропускаешь, понимаешь, где враг, и сможешь вступить с ним в перестрелку. Я просто другого объяснения не нахожу, нахуя так сделано. Три вида оружия вам дают с самого начала, хотя я бы дал только пистолет. По поводу того, что это не въебаться открытый интересный мир, но... Смотрите, я смогу войти в подъезд жилого дома, обыскать хотя бы несколько квартир? Не смогу. Потому что это, блядь, невыполнимо, нахуй. Невозможно так сделать. Такую игру сделать в 2016 году. То есть, в вашем распоряжении только открытые улицы открытого города, которые, в принципе, коридорные. И за каким-то хуем вы по ним ходите. Можно брать миссии, выполнять, но там узкие маленькие локации, короче, такие комнатного типа, где происходит перестрелка с другими игроками. Проигравшие, видимо, снова спаунятся, получая два автомата и пистолетик, и бегут еще раз на задание. Короче, это как The Crew, которая просто говно в плане гонок. Все тачки одинаковые, физики, блядь, нет, заноса нет. То есть закрыю неинтересные гонки. Я нахуй вообще не понимаю, кто и зачем в них играет. И точно такого же плана они сделали шутер. То есть только вы не ищете гонки на карте свободного мира, да, где есть быстрое перемещение. Здесь есть вообще карта? Это, блядь, что, удар такой? Вот, вы здесь ищете, видимо, миссии, блядь. Вон она, миссия. И точно так же их выполняете. И к чему вы стремитесь в этой игре, я не знаю. Если вообще к чему тут стремиться. Мне кажется, не к чему. И мне кажется, что эта игра обосрется, она на самом деле просто по полной. Потому что это, блядь,
только, блядь. Ну пиздец, вы посмотрите, у человека бронежилет нарисован на здоровье, а он, блядь, одет в джинсы и кожанку. Это бы прокатило, если бы мы в сталкера играли. Там понятно, что артефакт может какой-нибудь в кармане охуенный. И трупы куда-то незаметно ушли, как я понимаю, да? Ох, Ubisoft, Ubisoft. Какие же вы странные люди. Вроде ресурсы есть, блядь, средства есть. Но вообще нет желания работать, ничего делать. То есть придумать какую-то нахуй игру нет желания. У них есть желание разработать ММО и на ней, блядь, зарабатывать несколько лет подряд. В плане игр только конвейерный Assassin's Creed. Больше за ними ничего, в принципе. Ну, раз в год, раз, вернее, в 5 лет, как видите, Rainbow Six выпускает. Который тоже, блядь, на охуенного любителя. Так он и то, блядь, интереснее, чем эта хуйта. Да, вы можете сказать, что я ною. Возможно, я ною. Я просто охуеваю, в чем смысл открытого мира-то сейчас. То есть, зачем он нужен? Чтобы что тут делать? Я что-то вообще... Что вот это, я разминирую что-то, что ли? Скан какой-то. Время как бы тикает. Ресток. Что за ресток-то? Точка появления, видимо, если я зафейлю. Видимо, третья, блядь, на третьем этаже, наверное, не знаю. Это сканирование вирусов. То есть кто-то пришел, обклеил здесь весь дом, поставил вот эти ящики и ушел. А я зачем-то пришел и должен их... О, божечки. Нашел одну воду. Элемент сервайвинга все-таки в игре есть. Смотрите, водичку найти можно, охуеть. Короче, мне кажется, что Ubisoft сильно пытается опередить события. То есть компы еще не развиты настолько, чтобы сделать такие игры действительно интересными. Действительно симуляторными. Нет таких мощностей сейчас в мире, а Ubisoft уже пытается такие игры делать. Ну, в затылок, блядь, 307 урона. Я нахуй пиздец. Я не видел вообще еще ни разу в жизни, наверное, шутера, где бы жизни отлетали у людей. Да брось ты гранату в них, ёбаный долбоёб. Хуль ты их выбираешь, ты ещё стоишь. У меня написано две аптечки, нажмите В. Я нажимаю В, у меня открывается вот эта залупа, где вообще аптечек нету. Охуенно. А, вот так это делается. Надо не держать, надо, блядь, нажать. На клавиатуре ведь мало кнопок, надо двухзадачно сделать, чтобы влезли все гениальные функции этой игры. Недавно мне один кореш сказал, что эта игра будет конкурентом Таркова, когда я ему сказал, что ну, Тарков не нуждается в пиаре, не нуждается в рекламе от каких-то там каналов, чтобы раздавать всем пресс-аккаунты. У игры, говорю, нет просто конкурентов, поэтому им не надо собирать себе толпу. Толпу там этих летсплейщиков всяких. Он говорит, нет, конкурент есть, это Division. Я говорю, хуижен. Понимаешь, что СНГ пространство сильно тащится от сталкера, а от Division, где нет русского языка, никто тащить, скорее всего, не будет. Но, блядь, глядя вот на этот геймплей просто, где здоровье отлетает после выстрела у людей, это... Я думаю, что... Да, я ничего не думаю просто, нахуй. Я даже вообще ничего говорить не хочу по этому поводу больше. Я думаю, что все сами видят и охуевают, по большому счету, от того, что это, блядь, за хуйня. Ну и где выход-то, блядь, отсюда? Как, короче, fast travel сделать миссия? А, нету фаст-тревела, да?
We don't have numbers, and they don't seem to have a leader. But the JTF is stretched thin. This has to be our first priority, Agent. Get our base back, and we'll go from there. Как ты сюда поднялся же? А, вот она. Вот она, вот она лесенка. Я думаю, что я сейчас одну PvP-миссию проведу какую-нибудь, да, чтобы посмотреть, как тут происходит шутер с людьми. Вообще, мне кажется, что Ubisoft-у пора уже обанкротиться люто. Их Assassin's Creed'ы, ну, я хуй знаю, кто их покупает, учитывая, что они взламывают с пиратами за день до релиза. Их из The Crew обосралось, их Division обосрется. Rainbow Six. Ну, блять, я не скажу, что они дохуя на нем заработали. Не похоже, что там онлайна как-то нет такого постоянно большого. Регулярно приходится там 2 минуты ждать людей каких-то, которые к вам зайдут. То есть, ну, видно, да, что тоже игра не выстрелила так прям велико. Вот, на что существует компания Ubisoft вообще? На прибыль от чего? Ну, одними ассасинами она и кормится, можно сказать. Watch Dogs, блять, обосрали, по-моему, просто вообще все. Ну, правда, сначала предзаказали, поиграли, уже потом обосрали, потому что, да, лошары. Мне кажется, что, ну, Ubisoft осталось очень мало времени. Собачка посрать пытается. В решетку причем. Знает, куда гадить. Наступила ночь, как бы, проснулась мафия. Не, наступила ночь, и зажглись какие-то новогодние украшения на деревьях. Ну, как бы, постапокалипсис, да, куча трупов на улицах, там, вирус, это не повод не праздновать, не развешивать лампочки. Как бы электричество можно не экономить, видимо. Но потребитель электричества объективно тут осталось немного, судя по всему. Пиздец, вы посмотрите. Праздник нам приходит с Ой, праздник нам приходит с Бимери Дринк. Счастливого питья. Будь счастлив, пей, наверное, написано. Это девиз России, но никак не вот этого города. Будь счастлив, бухай. Be happy. Голдырь. Не, это все, конечно, красиво, безумно. Безумно неплохо это все выглядит, но я просто офигеваю, что это игра про постапокалипсис, серьезно. Happy holidays, пиздец. Что тебе сделать? Помочь тебе? Так иди, сейчас я тебя вылечу. Смотрите, чудо исцеления. Теперь он может бегать. Мусорские тачки, что-то здесь-то. О, мусоренка завалили. Ебать, земля тебе пухом. Как ему гранату еще кинуть? А то вдруг он воскреснет. Да, бросок гранаты просто огонь. Ну, посмотрим, что будет с тачкой после взрыва. Я по Станиславскому не верю. Не верю, что эта граната вообще способна наносить какой-то урон. Может, это и бета, но, простите, до релиза там уже сколько осталось? Очень мало. Что Ubisoft? Это то же самое. Мы все это видели, по-моему, год назад, по-моему, нет? В трейлерах во всяких. Они что, пальцем в жопе ковырялись все это время? Или просто карту делали, копировали? Наполняли, блядь, заброшенными тачками, людьми, с которыми... Который не представляет никакого интереса. Нет, большую карту делать, если глава небоскреба, ничего такого. Большие карты делать, конечно, круто. Но, если честно, бесцельно бегать по ним и просто щелкать лицом по сторонам, ну, мне уже поднадоело, по большому счету. Ничего не происходит, на вас никто не нападает практически. Вы просто бегаете, и это, наверное, атмосферно не въебаться должно быть, да? Вот какая-то перестрелка идет хуительная. Видимо, воюют эст-сайд и вест-сайд. Может, тут боты только такие живучие? Зачем такие-то квадратики показывают? Была дымовая, видимо, граната. В Армате и то, блядь, дым лучше сделан. Чё за хуйня?
Я дезориентирован, что ли? Этим дымом? Это, наверное, черемуха была, блин, да? Я заметил, что я тоже очень-очень живучий. А это как раз хорошо. Нет, я не против того, что люди здесь убиваются в голову ни с одного выстрела, но для этого надо было нарисовать им какие-то шлемы. Когда человек в кепке, блядь, убивается с суперскузи из нескольких выстрелов. Это немножко борода, как бы, понимаете, о чем я? Понятно, что сетевой шутер от этого только интереснее, возможно, станет. Это была миссия, блядь, да? Вот миссию я прошел. Мне так интересно, что я сейчас ёбнусь просто. Нихуя не понял, что она сейчас мне пропиздела. Иди осмотрись, типа. Да, блядь, Division, Тома Кленси, ёб твою медь. Кто-то в группе там писал. Куплю по-любому, люблю такие игры. Чувак, надеюсь, ты сейчас не обиделся на меня, но... Игрулька-то, по-моему, ни о чем вообще и ни про что, блядь. О, катсценочка. А, это Нью-Йорк? Like doctors, there's a virologist running a field hospital over at Madison Square Garden, but the whole area has gone to shit. With her, we can get our medical facilities online. Without her, the JTF commander Benitez is out in the field and he's gone offline. Bring him back. We need him to set up a functional security wing, and it'll do a hell of a lot for morale. We've also got to restore basic services. We need power and the intel the grid can give us. They had a guy working on that, but it sounds like he ran into trouble patching us in. Without him, it's like that. Это они перечисляют мне то, что им надо, да, блядь, чтобы я для них сделал, да? А когда начнется задание ПВП, ёб твою мать? So we can have a bigger picture of what's happening here. And the more stable this base is, the better shape the city will be in. The security wing. Блять, этот интерфейс юбисофтовский, сука, я его ненавижу, нахуй, заебал. Звуки одни и те же, блядь, выглядит одинаково. The medical wing is a wreck right now. Once we get that virologist over here, we can build up a staff, investigate the origin of the virus, and start getting more supplies for civilians, but for us as well. То есть я что, должен везде походить, блядь, ноутбуки поднажимать, что ли? Да пошли вы нахер, ёпта. Что это за хуетация? О, Dead Location. Локация смерти. Давайте вот Location смерти, блядь, посмотрим. Location. И будем закругляться, потому что, ну... Чё-то я хуй знает. Как-то тут бродить и чего, и ничего. И ты просто ходишь. Ходишь, убиваешь ботов. ММО, блядь, хуяно. Пошел снег какой-то вообще неебический. Непонятно, плоские хлопья такие, как... Я даже снежинки могу разглядеть огромные, когда они у экрана пролетают. Снег просто убогий. Господа, вы посмотрите на дождь в новом Бэтмене. Вы посмотрите, я не знаю, на что угодно, но это... Типа белый пепел. Пафос. Ну, в таких погодных условиях реально можно прихуеть сражаться с людьми. Мне кажется, до сражений с людьми тут вообще никогда дело не дойдет. метров до локации, мне кажется, что здесь... Ну, метры это реально прям вот метры. Прям смотрите, вот герой сколько бежит. Очень большая карта. Ты чё, зомбарь? Карта, да, очень большая. И здесь, ну, очень нехуй делать. Вот эти бомжи, я их третий раз убиваю. Вот когда они труп обшаривают.
Вот, по-моему, я в этом видео третий раз уже их нахожу на одном и том же месте. Здесь, наверное, труп, блядь, просто какой-то очень богатый лежит. Я не знаю, что у него. Пытаются на нем третий раз найти. Ну вот, я совсем рядом, но не вижу, как туда пройти. Наверное, вообще не здесь. Подожди. Блять, это как-то в дом надо войти, а это что? Мантия какой-то зон, блять. Типа инфекционный, наверное. Не, красиво, конечно, атмосферно, но, блядь, здесь должны зомби ходить. Вот по ощущениям, по моим, это должна быть игра на прохождение про зомби. Что, во, похуяк, зомбак идет. Причем не таких вялых, а как в 28 дней спустя, злых, бешеных и быстрых. То есть про офигенных таких мутантов игра должна быть. А это какая-то странная ММОшка, где вообще ничего не происходит. Чудо какое, блядь, хуян. Чё как-то пройти-то? Да никак, ёпта. Рядом с инфекционной зоной ходят люди, блять, их очень много здесь ходит. А, вон вход. Просто в этой грёбаном тумане я вообще ни хера не вижу. В Silent Hill просто, сука. Твой Silent Hill. Как туда пройти? Видимо, попозже надо костюм, наверное, какой-нибудь химический, что туда пустили. Вход закрыт, запечатан. Паркура в игре нет. Как пройти, значит, никак. Скучно, очень скучно. Вот мои ощущения от этой игры. Даже в Ларе Крофт, блять, где есть ощущение какой-то бессмысленности происходящего, ты просто куда-то лезешь, вообще хуй знает зачем. Но там хотя бы есть движуха, ты есть прогресс, ты идешь куда-то, какой-то цели. Здесь понятно, что цели нету. Смотрите, опять бомжа обыскивают. Цели нет, смысла нет, скучно. То есть просто ходить, это, конечно, здесь божественно по ощущениям вида Нью-Йорка. Особенно если ты живешь в Нью-Йорке или был там хоть раз, можешь тут какие-то знакомые места повысматривать. Если бы игра шла в Питере, я бы, наверное, тоже охуевал, сидел. Эй, так это ж это, блядь, а мы тут вот это вот, а там вот это. Но в Нью-Йорке я ни разу не был и вряд ли побываю, поэтому мне до пизды, грубо говоря, весь этот ландшафт. Это мог быть и Нью-Йорк, и с тем же успехом Хуй-Йорк, там вообще любой город мира, там даже выдуманный, я бы разницы не заметил, поэтому то, что это Нью-Йорк в натуральную величину, мне как бы по воробосу. Нет, впечатляет, конечно, молодцы, но скучно, ебать. Нахрен мне эта онлайн-экскурсия нужна, вот я к чему. Ну и хули тут делать? Опять, если я сейчас увижу ящики, нахуй, которые надо включать, или какое-то такое говно. Вон лестница, но она поднята. Как залезть-то куда-нибудь? Я что-то вообще нихуя не понимаю. Что это, блядь, за dead location, где просто нехуй делать? И чё? Хули дальше-то? Ёб твою мать. А, вон открытые двери. Просто не видно в этом ебаном тумане. Типа вскрыл. Пальцем там поковырялся, вскрыл. Водичку чью-то спер. Водичка, видимо, напряженочка у них, да? Да, с одного выстрела телек даже не сломать. Такое ощущение, что у меня автомат для страйкбола, блядь.
Плита обыскать, осмотреть. Ну это нахуй, это что, ММО такое, что вот надо... Ой, ёб твою мать, да ну нахер. Пойдем дальше. Сумки какие-то, ёб твою медь. Да. Ребята, если вам интересно такое, у вас, видимо, время свободного в жизни в этой просто, блядь, не ограничено. Вы, наверное, собираетесь 300 лет прожить, блядь. И никогда ни о чем не жалеть. Просто я не знаю. Ну все, это... Все, что надо было сделать здесь, как я понимаю, это прийти и залутать это помещение. А следующее помещение, я так понимаю, в соседнем подъезде. А, ну, я говорил, могу ли я зайти в подъезд, могу ли я обыскать комнату. Можешь, но не в любой подъезд и не любую комнату. Свободный мир. Свободный это мир, как вы считаете? Я считаю, нет, не очень свободный. Заскриптованный. Огромный заскриптованный. Мусор, блядь, тут огромный. Просто орды, горы. Погода сменилась именно, когда я зашел в помещение и вышел, то есть... Время суток, я думаю, меняется по тому же самому принципу. Зайди, выйди. Оно у тебя на глазах не может же смениться, правильно? Редко бывает такое, что... Ну, постепенно меняться это... Постепенно, очень постепенно темнеть, очень-очень постепенно светлеть. Это слишком круто, я так понимаю, для движка игры. Резко, но никто не поверит. Должно быть атмосферно. Поэтому вот ты зашел в помещение, и что-то на улице в это время меняется. Причем... Если вы будете играть по скайпу с кем-нибудь, сравните, как бы у вас вообще одинаковая с ним погода будет, одинаковое время суток в это время. Есть подозрение, как бы, что скорее всего будет разное. Мудини. Гудбэк. Не знаю, что это такое. Каро и Кэпо. Что они тут рекламируют? Я что-то вообще не понимаю, чего. Аптечки какие-то на картах появляются, да? Нет, Dead Location так, блядь, и остался. Dead Location. А, я понял. Это место, где я сдох, наверное. Это они пометили, что я там умер, и там лежат, типа, мои вещи, мой лут. Который я могу подобрать. Вот что значит Dead Location. И я помню, что я умер именно в таком же переулочке. Punish Plaza. Ну так а хуль тут делать? Где квесты-то какие-нибудь? Mission. Mission в этом здании с саном, миссия. Я там много миссий набрал. То есть на улице по-прежнему темно. Уже был туман, прошел снегопад, все еще темно, все еще горят фонарики. По традициям из Watch Dogs, да, вот как это было в Watch Dogs. Нет, сука, я сдох-то. Не, я именно там, мне кажется, сдох вот как раз в переулке. Ну, на видео посмотрите, короче, в повторе. Или напишите в комментах, что это за Dead Location. Вот, Watch Dogs днем была очень уебищная графика. Просто убогое говно. И лагало. Ночью Watch Dogs графика была отличная. Все, с фонарики, все светилось, и лагов не было. Не знаю, как так, но. Разработчик тот же, принцип игры все те же принципы, да, что ночью все красиво, все светится, атмосферненько, классненько, днем играешь, хуйня какая-то постная. И мне кажется, что без паркура и каких-то быстрых передвижений и перемещений бегать по этому открытому миру заебет даже мертвого уже через пару часов. Да ну нахуй вообще, блядь, что за говно это? Я за, блядь, за час игры, да, час видео это идет, я убил нахуй человек 10 от силы в самых, блядь, неинтересных перестрелках за всю историю игр. Вы охуели, что ли? Где люди-то? Где ПВП? Где хоть какая-нибудь миссия, блядь, интересная более-менее? Хоть одна, ебаный, насрал. Миссия, которая не связана с тем, что нужно... Тыкать, блядь, кнопки на каких-то ебаных ящиках. Вы охуели, что ли? Все в Ведьмака уже поиграли, все уже знают. Все уже знают, что такое интересная миссия, блядь. Атмосферная, блядь, с замуткой сюжетной. А тут побегай, понажимай кнопочки на ящиках. Вы что, ебу дали? Это что нахуй, за игра такая, что ли? Охуенно. Супер просто, блядь.
после Ведьмачка-то, блядь, да, там, полуденница Клара, там, хуйня это все. Вот, просто походи по зданию, понажимай кнопочки, блядь, зачисти его таким образом от вирусов. Вот это, вот они квесты, блядь. Вот они квесты 2016 года. Ведьмак, хуйня, Division рулит. Квесты просто божественные, блядь. Я причем офлайн, блядь, офлайн. Я даже ничего не понимаю. But if you can get Rhodes back here, he's apparently got a lot of tricks up his sleeve. Former PMC, I think. Ну, объектив, но... I suspect he'll be very useful. Ну, блядь, квест-то появился какой-нибудь-то, ёбаный в рот. Опять карантиновая зона какая-то. Как туда попасть-то? Я навигации не вижу на квест. А, нет, вот вижу, что-то мигает. Чё? А, мою бабу притащили одноглазую. Плохие новости, я больше туда не пойду, у меня нога сломана. У тебя нет идей? А, ты не представляешь, как я хуёво себя чувствую. Мы должны попробовать что-то там сделать. Но проблема там в том-то, в том-то. Ты знаешь, что-то как близко. Охуенно, я просто, блядь, даже если бы знал английский, я бы не успевал это все переводить. Это мой город, и мы должны удержать что-то там. Это мэр, походу, блядь. Не дай ему упасть. Mission completed. А, это миссия выполнена. Я должен был ее встретить здесь, что ли? Миссия просто лучше. Левел 5. О, миссия. Вот, смотрите, миссия появилась. Я просто не верю в то, что эта игра, блядь, может быть таким убогим куском говна. Я все жду, когда тут начнется что-то, что меня впечатлит. Хоть что-нибудь-то, блядь, должно же быть. Не то, что я такой охуевший, зажравшийся, но согласитесь, что здесь нихуя не происходит интересного. Да, здесь, да, интересный мир, хорошо, можно походить посмотреть, но что-то должно происходить, наверное, блядь, хоть что-нибудь. Или здесь что, ПВЕ до какого-то там левела? Охуенно, здравствуйте. Сейчас вернусь туда, к этой бабе, уже вообще без обоих глаз скажу, ну все, подруга, блядь. Теперь я тебя, теперь ты меня не понимаешь. Ну смотрите, что, вот разве здесь люди не должны быть? Здесь не должна быть перестрелочка. А вот она, ёпта, бля. Они скользят, они спускаются, поскальзываются. Смотрите, смотрите, что они делают. От кого они бегут-то? Даже не стреляют. Да, блядь, чуваки, я просто в ахуе. Блядь, просто, ну что это, на Watch Dogs не похоже, что ли? Вот начало игры, где его там, где он там кого-то в туалете пиздил, потом выходит там. Все вот примерно так же даже выглядит. О, синий экран смерти. Крототенька. Чекпоинт. А я понял, мне кажется, здесь нету PvP-миссии. Здесь есть PvE-миссии на прохождение, на кооперативное. Или что, или как? Я уже, блядь, сомневаюсь, что здесь можно против других людей воевать. С какого хуя, если все агенты здесь? Да, здесь охуенно, я согласен, что выглядит здесь все здесь просто круто. Эпичность построек на высоте. Вот прям заходишь на стадион, и ты видишь, что ты на стадионе. Вроде ничего не лагает, даже при записи, это все круто, но... А вот и начинается адский замес, да? Залезу-ка я на стол, чтобы все охуели, какой долбоеб. Сука.
Мне нравится, как я просчитываю место, куда упадет газовая граната какая-то непонятная. Граната с непонятными свойствами. Я все взрыва жду, но... Понимаете, почему гранаты газовые? Потому что если бы они были взрывные, тут бы все должно было разлетаться. Это физика, блядь, это лаги. Это оптимизация, нахуй. Другой уже уровень. Поэтому гранаты сделали газодезориентирующими, блядь. Наверное, вирусные гранаты, да? Ну вот, смотрите, я им гранату кину, что будет? Взрыв. Я уверен, что это имеется в виду светошумовой взрыв. Это... Да, вот это похоже на ПВЕ совместную миссию, потому что здесь ботов хватило бы на троих, блядь. Этот чувак с фиолетовыми жизнями особенно живучий. They've really trashed the place. It would have broken my dad's heart to see it go to hell like this. We used to watch games there together. Игра, сука, за 2700, сколько там она стоит? 35 евро, короче, она стоит. По курсу можете посчитать, сколько это сейчас. В понедельник, скорее всего, евро и доллар, как обычно, вырастут. Я заметил, что на выходные они становятся меньше. А в понедельник они дорожают сразу на 2 рубля. There used to be plenty of sick people being treated there before they got shot. So be careful. Я даже молчу про то, что враги делятся на две категории. Одни из них в серых кепках, другие в красных. Взрывные бочки лежат прямо на столах, прям и просят, так и просят, чтобы их, я их взрывал. МП-5, кстати, лучше, чем вот эта штурмовая винтовка. Вот ботаники, видимо, которых надо спасти. А, вон бабу, которую надо спасти. Да, бабу надо спасти. Лучше бы они, знаете, на Дейс новый движок завезли. Такого плана. Я не смог там присесть, вероятно, потому что все занято. Я просто рот наоборот. Да, армата может спать спокойно, блядь. Division онлайн у них не отберет, блядь. Пиздец. Чуваки, кто потратил бабло на предзаказ, но я вам хочу только посочувствовать, потому что... По-моему, это явно не то, чего все ожидали. Просто, по крайней мере, я это представлял себе вообще совершенно по-другому. Ну, как бы... Сетевой Watch Dogs — это последнее, что я ждал, только еще и без машин, блять, этот сетевой Watch Dogs. Пеший. Пешеходный Watch Dogs. Мне кажется, что постапокалипсис тут только для того, чтобы езду на тачках не запиливать. Как бы тема-то не раскрыта, по-моему, вообще абсолютно. Ну, мусор на улицах, ну, на дорогах там бичи какие-то ходят, блять, трупы лежат.
А где-то есть вирусы и какие-то чемоданы, где надо на ноутбуке нажать 3 кнопки, чтобы что-то там случилось. А вон и главарь, походу. Почему я вижу, что у него есть граната? Откуда у меня эта, блядь, информация? Хоч. Вот и босс. Назначенный на эту должность, видимо, Господом Богом, потому что он ничем внешне не выделяется, но здоровье у него, блядь, 3-кратное, по-моему. А, и он снайпер, блядь. Или пулеметчик. Как вы понимаете, неприцельная стрельба заслуживает в этой игре просто особых, блядь, особого хуесосинга, потому что это просто полная хуйня. Водичка похиляет. Хиляет что-то как-то. Зажигательный патрон. Я получаю дамаг, даже когда главный герой только руку высовывает. От этого хуча, блядь. Хуяно здесь перила сделано. Такое чувство, что остальные нигеры здесь просто бесконечны. Да, перестрелка интересная, просто пиздец. Блять, он даже подождал, когда я высунусь. Трусишки бронированные надо одеть. Жилетик, блять. Хуйню какую-то. Ага, это не пауза, да. Не правда ли божественная перестрелка для игры за 3 косаря? Вы не находите, что она просто охуенна? Она просто лучшая. Сода. Анимацию выпивания. Эти цифры, они как бы не дают мне даже, блядь, его голову видеть. Я стреляю туда, где примерно, блядь, он должен быть. Зажигательно сейчас. Ну вот он и сгорел. Да, может быть, вдвоем здесь интересно будет играть пару дней. Но опять же, без русского языка, чуваки, блядь, сомнительно, что-то очень сомнительно, что русскоязычным пользователям будет интересна вся эта поебота, которая здесь происходит. То есть без перевода это такая абракадабра, что просто, блядь, бегаешь. А вот этот инвентарь, нахуй, который я сейчас включал, каким-то, сука, чудом. Вообще тут что-нибудь, кто-нибудь понимает, что это такое, нахуй? Что это, блядь, за хуйня? Почки, блядь, какие-то, оперативники, блядь. А, внешний вид охуенно. Ну вот мне нравится броня, вот трусы, блядь, нарисованы, это просто охуенно. Вот можно надеть перчатки на 10 брони, блядь, кобуру какую-то там, хуй знает, волшебную. О, я пушек где-то набрал, вообще не ебических. Блядь, гейская пукалка какая-то, блядь, шумный сверчок.
Ой, ну вообще атмосферно, бля. Просто усраться, блядь. Нет, хорошо смотрится. Но в ММО это лишний элемент какой-то. Я игроков вообще, блядь, почти не вижу. Вот в начале только на базовой локации, когда они где-то сдохнут, там вижу. А это бета-тест. А бета-тест это пик онлайна практически, потому что на халяву поиграть приходят просто все. Вы загуглите, какой безумный был онлайн в Star Wars Battlefront во время открытого бета-теста бесплатного. Просто безумнейший, блядь. Просто нахуй невероятный какой-то. Они там рекордный онлайн собрали. Вот. И здесь сейчас должна происходить абсолютно та же хуйня. Но я никого не вижу. Почему? Компы не тянут, но Battlefront он тоже, блядь, не для калькуляторов, отнюдь. Чего такое? Ну чё? Тест сдан, как бы, или чё? Security, офлайн, офлайн, офлайн. Ну это как бы показано, что центры не работают. Это не юбисофтовские серверы, сервисы отключены, то есть... Я просто еще не починил это говно для того, чтобы оно работало. И вот мы идем сдавать квест. Сдавать мы будем какой-то таблички. А вон она вышла. Ой, кого мы видим здесь? Кто это у нас здесь? Спасибо, что захватил за нас, для нас сквер Гарден. Конечно, это, блядь, не то место, что он не такой пиздатый, как оно было раньше, но, в принципе, тоже потянет. У нас сейчас лучше ничего нет, доктор Кэндл. Да, знаю, знаю. Мы в дерьме. Что-то там надо узнать больше об этом. Вот вам, блядь, хорошее место для начала. Или вот вам хорошая херня для начала. Гордон тыры-пыры. Он там что-то пришел. О, боже. Вот говнюк. Или засранец. Но если, блядь, он такой-то, раз такой-то, такой специалист, надо с ним поговорить. Если вы найдете его ноутбук, будет вообще заебись. Друзья, я знаю это. И нам надо поговорить насчет еще какой-то херни. Да, типа, фиксани вот этот баг. А сейчас, извините, мне надо пойти полимонить. Вот такое ММО, чуваки, вот такая борода. Все, короче, нахуй, с меня хватит, короче. Может быть, я поиграл бы с другом по скайпу в эту игру еще минут 20, но... Блять, это такая унылая хуйня. Я думал, что я выдержу, я не буду это делать. Но это просто пиздец, блять. Вы посмотрите, сколько тут всякой ненужной хуидристики. Какие-то торговцы, что-то, блять, нахуй они торгуют, если я вот здесь могу бесконечно пополнять свой автомат, блять. Ну, что ты там продаешь? Давай посмотрим, что у тебя есть. Трусы, блять. Или что это такое? На трусы больше похоже. Жилетик. У меня денег просто, я даже не знаю, только на коленчики, блядь. Давай на коленчики купим. Охуенно. Я же не могу их, типа, выбить, сам пойти. Вот у меня, блин, сука, ёб твою мать, на коленчики. Охуенные деньги, кстати. Вот они. У меня были всякие, но теперь у меня пиздатые на коленчики. Как продавать, я даже боюсь. Ну, то есть, лазить по всей этой хуйне в англоязычной. Делать англоязычные квесты, блядь. И все это считается, что ММО. Из какого хуя это ММО? То есть вообще ничего не понять, что происходит, нахуй это все нужно. Вот опять миссия в том же самом здании. Ну давай, ладно, все, это последняя капля. Я сейчас вот дойду и посмотрю, что за миссия в одном и том же здании может быть дважды. Что вот это такое там надо сделать. Вот она. А, это выполненная миссия. Пиздец, это точно ММО? Что тут сетевое это? Тулс какие-то, блядь, вещи. Все, больше миссии вообще не появилось. И, короче, делать больше я даже не знаю, что. Вот день настал, да? Днем видите, что игра... Ну, не, но она смотрится, она продолжает смотреться так неплохо, на самом деле. Благодаря дыму уебищному тут. Какие надписи, все что-то. Ну, людей больше на улицах не становится. Но ночью мне больше понравилось, там как-то романтичнее, что ли. Короче, пиздец полный. Хуйня какая-то. Мой вердикт этой игре, это... Это не говно, конечно. Может, у меня такое ощущение, что я просто не в состоянии что-то тут оценить, что-то здесь понять. Поэтому моя оценка хуйня какая-то. Вот какая-то хуйня. О чем эта хуйня, я уже вообще не понимаю. То есть я не представляю тех людей, которые будут в это играть, для чего. Особенно из пространства СНГ. В
чем прикол этой игры? Напишите, вот вы сделали предзаказ, если вы уже поиграли. То есть в чем прикол? Чего я не увидел в этой игре? Что должно было меня зацепить? От чего я должен был сказать: вау, это круто? Ну серьезно, что, вот убивать вот этих людей, это что ли, блядь, геймплей? В чем соль-то? В чем замес? Лучше уж зомбарей тупорылых веслом месить в Dying Light. Ай, блядь. 300 экспы за комп. Отлично. Вот вода, которую ты собираешь, смотри, в бутылочках. Чё бы не взять. Все, короче, ладно, это видео и так 2 часа идет. Я уже сделал все, что мог. Я все жду. Я поймался на мысли, что я до сих пор бегу вперед. В надежде, что что-то еще увижу. Что что-то я пропустил, что-то я проебал, что я что-то не понимаю, потому что что-то не нашел. Может, я пошел не в ту сторону, поэтому я не вижу игроков других. Сейчас время-то позднее, но мне кажется, что у иностранцев-то сейчас самый разгар, блядь, должен быть, а его нету. Я сомневаюсь, что здесь СНГ на отдельном сервере играет, учитывая, что перевода в игре нету. Я хуй его знает, но... То есть я вот даже не знаю, что надо сделать, чтобы активировать какую-то миссию с людьми. Где вот это видео, где мы видели там на E3 или где-то там, что... Они там сражаются за какой-то ящик, один отряд захуярил другой отряд, тебя что-то забрали, улетели на вертолете. Где это все? Да, тут крафт оружия прикольный. Может, больше цифр будет из головы, блядь, врага вот отлетать после попадания. А может, не будет, я просто вообще не понимаю, нахуя это все нужно. Ну вот, что-то одна открывала, я какой-то бороды тут везде. О, метро. Ничего. И пусто, блядь, и везде пусто, просто нихуя нету, никого, ничего. Вот если бы это была миссия, как я сказал, про мутантов бешеных, да, из 28 дней спустя, то есть в отряд собрались, пошли на какую-то локацию там что-то добывать, идете, и тут на вас просто со всех сторон нападают эти безумные уёбки, если вы там шумите, допустим. Вот это было бы охуенный геймплей. А когда ты просто ходишь и ничего здесь не происходит, хотя вид такой, что здесь просто конченый постапокалипсис, то ощущение такое, что тебя наебали, блядь, и просто полная хуйня. Вот отлично. Бумага в воздухе, классно. Да, ощущение наебки такой полный. Все красиво, все атмосферно, но нихуя здесь нету. Вообще ничего. Просто зачем ты тут? Чего ты тут делаешь? Блядь, просто пиздец. Я хуй его знает. И это, блядь, новинка года, конкурент Таркова какого-то. Тарков вообще тоже непонятно про что и как он будет. Но это, блядь, это вообще, это просто ни о чем. Вот я обследовал метро. Я спустился, походил, побегал и вышел из него. Ничего не произошло. Ничего я там не увидел, ничего я там не нашел. Все, метро. Локация исследована. Не правда ли охуенно? Все, с меня хватит как бы. Возможно, здесь есть еще кое-что интересное. Это, блядь, посмотреть на Таймс-сквер, да, если вы по карте Нью-Йорка ориентируетесь и знаете, где тут что. Ну, вот эта локация, кстати, она не такая уж и огромная из доступных, да, тут закрытые. Так что здесь, ну, вы недельку побегаете и скажете, что я был везде, я видел все. В общем, не знаю, что-нибудь жмите, что-нибудь пишите, желательно про то, о чем вообще эта игра и что тут надо было делать. Потому что я прикола вообще не понял. Прикола, по-моему, в игре нет. С кем он перестреливается? Если напротив него сидит раненый коп, меня он вообще не видит. А, это не раненый коп, это они так умерли в братской позе. Видимо, они были охуенные друзья. Что случилось? Меня огнетушителем оглушило. На этом же месте уже была перестрелка минуту назад. Здесь просто заспаунились эти чуваки. Хочу заметить.
Ой, блядь, короче, нахуй, все, с меня хватит. Это видео и так неебически долгое. Я дал этой игре просто в 2 раза дольше времени, потому что она стоит 3 косаря, и насчет нее были определенные шумы по поводу того, что, ну, нихуя себе, какая игра пиздатая выйдет. Вышла, блядь, охуенно, добря, просто лучше. Ubisoft'у пора уже разориться и закрыть нахуй свою конторку, пойти, блин, не знаю, хот-доги где-нибудь продавать, шаурма там, не знаю, французская, с лягушачьими лапками. Потому что игры делать они явно не умеют. Это просто какая-то ебанистика, просто вообще нихуя не понимаю. Как будто это настолько ранняя альфа, что сюда еще просто мобов не завезли. Вот это может быть, как бы, наверное, не знаю. Какое классное ограничение. Это, эта локация слишком хороша для меня, да? Я не могу туда пройти почему-то. А что будет? А, бета-арена. Понятно. Все, в общем, короче. О, Стоунхендж лягушачий. Прикольно. Ладно, все, с меня хватит, короче. Я просто не понимаю, что я должен здесь делать, куда я должен пойти. Мне неинтересно абсолютно. Вот все, что я хочу сказать про эту игру. А, нет, не то, что мне абсолютно неинтересно, и без русского языка я нихуя не понимаю. Все, пишите, жмите.